Мы просим вас поставить на первое место собственное равновесие, здоровье и энергетическую ясность. Для многих из вас это сложная задача, ибо вы думаете, что это эгоистично, а вы не хотите быть эгоистами. Дорогие мои, ставить себя на первое место – это ни в коем случае не эгоизм. Это позволяет вам нести свои самые высокие вибрации, которые помогают вам, другим людям и вашей любимой планете. Эгоизм исходит из места, исходит из того, что боится, что чего-то не хватает, стремится к разделению и служит одному. Забота о себе, с другой стороны, понимает, что, почитая себя, вы почитаете и всех остальных, что поддерживает сознание единства и служит целому, 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 целому. Между этими двумя понятиями существует огромная разница. Родные сердца, заботьтесь о себе. Вы – это то, что есть у вас, и это первично. Забота о себе, забота о себе, забота о себе, забота о себе. И помните, что, уважая себя, чтя себя, вы уважаете и почитаете всех остальных, тем самым поддерживая сознание единства и служа целому. Люблю, 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 люблю.